В Совете министров Крыма подписали два соглашения о комплексном освоении территории озера Майнаки в Евпатории. Они предусматривают строительство туристических и жилищно-рекреационных комплексов с развитой инфраструктурой и обустроенной набережной вокруг озера. Коллеги, хороший проект для Республики Крым. Стройка, я уже говорил, драйвер развития экономики. Смежные отрасли развиваются. Но будет строить в Крыму более 400 тысяч квадратных метров апартаменты, гостиницы и жилье. На мой взгляд, замечательный проект. Инвесторы строят два детских садика. Общая вместимость детских садиков могут принять до 400 детей наших. Школу будут строить. И совместно они строят синхронизированные селения, строят набережную у озера Майнаки. Все это без бюджетных средств, поэтому слава Богу. Мы со своей стороны, республика, предоставляем этот инфраструктурный кредит на реконструкцию по станции Майнаки. В первую очередь там 1 300 000 000 рублей. В планах создания объектов для кратковременного и постоянного отдыха, лечения и реабилитации. Это комплексная застройка из нескольких домов от 8 до 16 этажей. Планируем строительство жилье, апартаменты, грязелечебницу, то есть направление санаторно-курортное, восстановление набережной озера Майнаки, также с благоустройством прилегающей территории. Правительство нам всячески оказывает поддержку и содействие. Общая сумма инвестиций – 35 миллиардов рублей, из которых капитальных – более 27 миллиардов. Срок реализации – от 6 до 9 лет. Весной начнутся подготовительные работы. Строительство, вероятнее всего, начнется в сентябре 2022-го. Эльмаз Аблакимова, Арсен Фукала, Ирвин Миралиев, телеканал «Милет».